самое главное направление этого места, нашего курорта, это гольф, безусловно. Есть взрослый гольф, детский гольф. Малыши начинают заниматься, не поверите, с 3 лет. У них такие маленькие пластиковые клюшечки, они уже приучаются к этой культуре. Гольф – это не только спорт, это целая культура, это интересный, правильный этикет, особенно для маленьких детей. Это совершенно, совершенно очаровательно, когда малыши приходят такие, ну, как обычно все малыши, да, они никого не слушают, они бегают и балуются. Смотришь через несколько занятий, они немножко по-другому себя ведут, они уважительно друг к другу относятся. Это есть вот культура, этикет гольфа. Мы вообще очень хотим дружить с экопарком. Во-первых, мы соседи. Во-вторых, мы с вами перекликаемся экологией. Гольф-поля во всем мире – это экологически чистая эрия. Здесь нельзя на бензиновых машинах, здесь нельзя химикаты, здесь нельзя ничего. Гольф – это чистота воздуха, это экология, это красота, это сумасшедшая эстетика, это запах скошенной травы и так далее. Поэтому, когда сюда приезжают дети, ваши, ребята из экопарка, мы приглашаем ребят из школ, мы практически проводим эти экскурсии бесплатно. Наша задача реально познакомить ребят со спортом гольф. Я 6 лет занимаюсь гольфом. Трехкратный чемпион Украины. Играл я на чемпионате Европы в 2016 году. Играл, да, с поляками, со всеми, там, получается, чемпионат Европы все приезжали. Я выхожу, показываю деткам, как что, как держать клюшку, как вести себя. Говорят, что гольф как шахматы, тут очень много надо думать, надо быть честным, надо выбирать стратегии, как ты должен ударить. Вот есть брейк у нас, это на паттинге, когда ты должен, это как склонники, по которым ты должен прочитать, как мяч по этим склонникам закатится в лунку. Тут такая стратегия.